Триколор – солнце, ясное небо и леса, Кремль, медведь и ракета. Ребята из летнего оздоровительного лагеря «Бригантина» дошкольного отделения Видновского художественно-технического лицея, вооружившись мелками, на асфальте изобразили все, с чем ассоциируется у них родина. Голубя. Так, а почему именно голубя? Потому что это символ любви, символ семьи, символ нашего мира. Я нарисовал просто человека в русской народной одежде. Так. Он стоит в комнате в доме. Ага. А ты при этом прорисовал что-то еще? Расскажи, что. Я нарисовал ракету «Космос». Ага. И радужную ракету, как всегда. Так. Ладно. Почему именно ракету ты нарисовал? Потому что туда первый человек, Юрий Алексей Гагарин, полетел. Я нарисовал мишку, который переходит реку. Потому что это река есть на нашем флагу. Синий цвет. В преддверии Дня России около 60 мальчишек и девчонок приняли участие в патриотическом конкурсе «Я рисую Россию». Местное отделение партии «Единая Россия» запустило серию акций, посвященных Дню России. Это тематические мероприятия. То есть мы рисуем рисунки на асфальте в акции «Люблю Россию». Раздаем ленточки «Триколор» на память о том, что мы единая нация, единый народ. Планируется проведение флешмобов и планируется раздать более 1000 ленточек «Триколор». Затем ребята на большом ватмане собрали из рисунков детских ладошек национальный флаг, а также вписали туда свои пожелания родине. Акция «Мы Россия» пройдет и в других детских образовательных и культурных учреждениях муниципалитета. Видела, что дети у нас прекрасно знают, чему посвящен этот праздник, что он посвящен Дню России. Видела радостные, счастливые глаза детей. И я желаю, чтобы их лето было счастливым, и чтобы просто наши дети только всегда улыбались. Пусть все прекрасно будет в их семьях. В общем, радости им, удачи и счастливого лета. Вот свою ладошку, за это я тоже приклею к их ладошкам. Для летнего оздоровительного лагеря «Бригантина» это только начало праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Мы не первый раз принимаем участие в таких акциях. Посмотрите, как у нас весело и здорово. Посмотрите, сколько эмоций дети выразили на асфальте с помощью мелков. Мы планируем у нас праздничный концерт «Минута славы», когда дети покажут все, что они могут, свои возможности, свои таланты. Все юные участники акции получили в подарок раскраски, светоотражающие браслеты и воздушные шары. И, конечно, массу хороших впечатлений на целый день. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.